Всем привет, ребяточки, с вами Данчо, и сегодня мы будем играть на сервере SCP Heldoro. Да, играем мы на сервере SCP, на сервере, точнее, Heldoro, да, в SCP, Secret Laboratory. В общем, там 30 с чем-то человек сейчас на сервере играет, ребят, это ультра много, я считаю. Это вообще нормально, нормально. Онлайн есть. И, блин, меня, конечно, не та самая интересная роль заспавнила, охранник комплекса. Такую самую нудную. Но имеем, что имеем, как говорится. Все, берем сейчас. Ой, еще одна аптечка. Еще одна аптечка, ребята. Ой, стырили, у меня стырили аптечку. Там скромник, ладно. Надеюсь, я на него не посмотрю. Ну, я поеду. В общем, к чумному. И такой сейчас чумной подскакивает прям передо мной. Ну, не, видим, чумного у нас нет. Не-не-не, скорее всего, чумного у нас нет. Ну, или это будет странно, если он будет стоять здесь кемперить. Не-не-не, чумного у нас нет, отлично. Так, ну, это открыть я не могу. Здесь карт нету. А здесь... Блин, был бы у меня фонарик, был бы, конечно... Чутка полегче, но это тоже, соответственно, открыть ничего не могу. А, как хочется. Шапку-невидимку-то. Ну ладно, пока что нам, наверное, стоит найти проход в зону. Лайт-зону. Вот зачем? А кто вызвал? Зачем вызвали лифт? Текс. Ну, скромника это уже точно. Благо чумного нету. Топа. Это что такое было? Я не слышал, чтобы скромник бомбил, если честно. Так, тогда что бы выложить? Ну, давайте одну аптечку выложим, фиг с этой аптечкой. Так, еще, наверное, рацию стоит выложить. Так, вот так вот. Все, патроны у меня фул патроны. Так, ну, по идее, раз там скромник, значит, нам в эту сторону... Уже два трупа, ребята. Просто не хочется дэшкам отдавать игрушку, сами понимаете. Дэшкам отдавать оружку, это... Ну, погнали в боеголовку. Я слышал, сверху там кто-то был. Надеюсь, что это не скромник. Хотя, что скромнику здесь делать, тоже непонятно. Да, блин, ну это реально... Ну какая еще карта? Ладно, наверное, нам стоит все-таки идти в лайт-зону или ждать дэшек в хард-зоне. О, нормально. Мне показалось, что я слышал топот типа чумного. Так, все, я пришел сзади, значит, мне идти... Точно вперед. Идем только вперед, ребята. Ух, я чуть сейчас думал, прогорю. Но нет. Ученый! Погнали! Ой, там собака. Быстро, быстро, быстро. Пожалуй, вот так вот сделаем. Там собака, аккуратно. Ну все. Думаю, можно сейчас уже быть спокойным. Так. У-у-у, тихо-тихо. А кто там? А кто там? Я не знаю, кто там. А я не знаю, кто там. Все, тихо-тихо-тихо-тихо. Больше здесь нету. Больше здесь нету. Больше здесь нету пес. Так. Текс. Ой, сейчас. Немножко. Блин. У него еще хуже карта. Так, все, ну вроде бы пса здесь нет. Значит. Так, это наш Кент. Слушай, по-моему. Я сейчас не ошибаюсь, по-моему, скромника загрели. По-моему, слышал сейчас
Кромни, по-моему, был. Видишь, так фигово видно. Но пока что... Да-да-да. Он где-то в той стороне. Так, все. Здравствуйте. Так, ну все. Ой, блин. Но это не я. Я вряд ли на него смотрел. Да в смысле? Я когда... Когда я на него смотрел? Что нафиг? Я не успел на него смотреть. Что? Не, ну дичь какая-то тут, ребята, откровенная. Ладно, переносимся во вторую катку. В последующую игру, так сказать, в последующую у нас остался только скромник. Дед, у нас только дедулечка остался. Поэтому сейчас мы деда... Поэтому сейчас деда грохнем. Ну, это бригада МОК, которая не МОК, а хаос, но мы все равно деда грохнем. Все, ребята, все нормально будет, я считаю. Все, давайте открываем тогда. Все, где этот? Старый пердель. Живыми. Мы зашли в комплекс живыми, ребята. Нам прямо. Нам назад? Или мы не туда идем? Нам не туда. Давайте найдем черную карточку где-нибудь. Или подожди, или нам туда, я не понимаю, что вообще происходит. О. Нифига. Нифига, дроп. Дроп мы такой любим. Дроп, особенно петуха. Петух CSGO, это топ. Так, все, у меня 200 каких-то патронов. Наверное, вот от этих. О, они карту нашли? Ну, это отлично, если они реально карту нашли. Ну, вообще, ребята, деда... Это он? Подожди. А куда мне бежать на случай отхода? Я не понимаю, ребят. О. Так, пожалуй, мы вот так вот закроем. Опа, для видоса прям. Зашибись. Зашибись. Не. Так, дайте мне взять последнее. Что? Не. Все, ребята, ад. Ну вообще нормально. Кому кусок угля нужен? Кому нужен кусок угля? На кусок угля. Ну кусок угля возьми. Стелки выбил этот уголь, а ему не нравится. Ну все, все, отдохни, парень. Ну вот, собственно, ребята, мы бежим быстрее. Дышки. Давайте только не закрывайте сейчас, наконец. О, ГР. Ну, мне не в ГР, это уже точно. Так вот, ладно, бежим. Нам, наверное, не туда. Нам, наверное, в ИТ. А, потому что там нечего ловить, это точно. Наверное. Вот сюда. Идем. Ой, да. Вот тут большой шанс найти какой-нибудь... хоть какой-нибудь дроп. Да ладно. Да ладно, ничего. А, нет. Фух, карта есть. Ребята, карта есть, деньги есть. В общем, все замечательно. ВТ. Мне ВТ надо или не надо? Мне ВТ надо. Оказывается. Возьмем туда еще одну карточку. И вот так вот. Добрый день. Где машина? Ну, главное. Ладно. Если не в курсе, но иногда на тут. PC тут, PC. Там PC впереди было. Ну, там уже забрали. Где машина? Знаешь? Видео нет.
А что у нас такое за SCP, мне интересно у нас. Так, машина, возможно, там. Хотя... Да-да-да, слышал. Слышал. Слышал, да-да-да, вон там она. Вот здесь. Кохнули ученого. Здорово. Вы ученого кохнули? У тебя карта есть? Да, есть. Все, погнали. Все, погнали. Давай. Ой, прошли. Убирай, пожалуйста. Зону прошли. Да я не буду, спокойно. Уже зону, слышишь, прошли чекпоинт. Да. Убирай всего. Нормально. Давайте спокойно, чтобы там чувак ничего мы ему не взяли. Все. Ты сейчас будешь уходить? А, там печенька. Да, тихо. Не показалось ли там печенька? Ладно, возможно, показалось. Ну да, печенька уже была, она, наверное, уже выскочила. Ну, не знаю, собака, может быть, в принципе. Нас немного сейчас. Два СТП. Ладно, в принципе, погнали. Так нормально мне уже. У меня карта одна есть. Тебе карта нужна? Да, если ты не жалко. Да вот, бери. Спасибо. Давайте. У-у-у, ребята. Ребята, мне петуха дали. Чуваки, мне петуха дали. Чекай. О, мне пистолет. Мне петуха дали. Шо? Уберите оружие. Ну, в принципе, можно, наверное, идти. Иди. Погнали. Сейчас его кокнем по-бырому и валим. Ну, если вообще мы его встретим. Ну, если не встретим, то просто... Ой, давай. На выход, давай на выход. Открывай. Давай. Ой, там скромник. Там дед. Нет, блин, меня кокнули. Нет, пожалуйста, я хочу выйти отсюда. Блин, конечно, фиг знает. Ну давайте сюда. Давай, пожалуйста, хочу выжить. Нет. Итак, ребята, долго, в общем, не заставили себя ждать, в общем, меня чудом каким-то заспавнило, так что все как бы отлично. Я уже записал даже прощание, но, видимо, мне не тут-то было, ребят, меня заспавнило замок. Только убили, заспавнило замок сразу, нормально. Лейтенантом. А лейтенант, а мы можем, да, открывать двери, все отлично. Мы все тогда погнали, там только один дед у нас в лайт-зоне. В лайт-зоне у нас только один дед, поэтому... Ну, погнали за дедом. Еще у нас есть этот охранник, я знаю. Охранник, там говорили то, что он где-то рядом, но, по-моему, он нифига не был рядом. Поэтому все нормально, считаю. Ну, идемте, пацаны, давайте. И там, короче... Да, нам не туда. Понятно. Да... Просто так шли столько время. Это, конечно, печально. Нам не туда. Не туда, обратно. Тихо. Чё он делает? Нормально вообще? Адекватно вообще? Тихо, чуваки. А чё по нам стреляй, командир, чуваки? Тихо, успокоились. Граната! Зачем? Чё мне дали с этой съёлки? Что? Мне дали разрушатель съёлки, реально? Это толпа его кредо кинул. Да я видел, зачем?
Все, дети уже все взяли. Ну все, наверное, вы взяли с него карту? Да, возьмите с него карту. Вот она. Все, я взял. Я взял с него карту. Лейтенанта возьмите. Охранник, возьми лейтенанта карту. Или кто-то ее взял уже. Все хорошо, погнали. Че, в зону идем? Кто там шмаляет снова? Нафига вы шмаляете? Нафига по своим шмалять, чуваки? Нормально. Есть у кого лишняя аптечка? У кого лишняя аптечка есть? Спасибо, дружище. Ну все, погнали тогда в зону. Ну все, ребята. Идем, наверное, тогда в зону. Так, дешка еще осталась, не знаешь, охранник? Не знаю, я максимум в этот... Комнату скрою этого. Ученого. Чугнова ходил и не более. Ну, нам нужно, если... Нам нужно деда завалить. Нам надо деда найти и завалить его просто. Это будет непросто. Завалить лихи этого Игоря, он пидорас. А где командир? Все нормально. Все у меня есть. 24 FPS, пиздец. Не зря тебе говорю. Так, все. Все, погнали. Дальше. Так, дедуля. Нам нужно дедуля найти. Дедуля здесь, чуваки. Чуваки, назад. Тут дед. А мы сможем войти туда? Ну, ты попробуй. Нет, карты. Карта командира вроде не... Нет. План Б, блин. Отошли, план Б. Давай. Да. Ты думаешь, что взорвется? Нет. У меня еще одна есть, я могу, в принципе, попробовать. Не сработает. Да? Ну нет, нам уже в черную карту. Не знаю. Наверное, только черный открывает. Ну, нам туда не надо. О, дед, там дед, быстро заходим. Быстро. Вы что, бросили пацана? А он сам вышел. Блин, там дед, на пипец. Берите, кому надо, если. Берите М-ку. Если кому-то надо, берите М-ку. Кому-то надо М-ку было? Я М-ку возьму. Все, у меня фул патрон. Все, валим отсюда. Ну, мы идти будем или нет? Ну, я вообще не знаю. Скорее всего, нас выжидают там. Так вот, не было. Подожди, стойте, давайте, у меня есть пылесос. Давайте, все, погнали. Но не обещаю, что сработает. Мы будем мясо. Давайте, валим. Ну, конечно... Нашего пацана. Или не нашего. Кого-то грохнули. Возможно. Мы сейчас что в итоге делаем? Ищем деда? Или он найдет нас? Ну, дед, скорее всего, в харде еще. Он вряд ли пошел в лайт. Ой, в этот. В офисы. Я, конечно, хз. В этой ситуации. Но его здесь нет, скорее всего. О, нет! Он тут. Нет, меня взяли. А я только, у меня, короче, только пошла анимация, типа, а он меня в это время взял к себе за зрение. Короче, давай, ладно, была не была, кидай гранатку. Нет. Ну тихо, не ходи. Сейчас глянем. Если что, пылесос вот бери, если выживешь. И карту,
если выживешь, слышишь? Все, давай. Карта есть. Да, да. Нет, блин, не туда. Эх, ну ладно, ребята, в общем, всем, конечно же, спасибо еще раз за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сегодня получилась такая довольно забавная серия. Так что всем удачи и всем пока, кстати, да, пока. Угадал.